Керхер. Марка, отождествляемая силой, качеством и инновациями, с фирменным желтым цветом и, пожалуй, самым известным продуктом – аппаратом высокого давления. Но за именем Керхер скрывается большее. История успеха Керхер началась с известного немецкого изобретателя и предпринимателя Альфреда Керхера. Он относится к плеяде великих швабских инженеров, таких как Роберт Бош и Готлиб Даймлер. В 1935 году молодой увлеченный техник-инженер основал собственное предприятие, компанию Керхер. Сначала основной ее продукцией были промышленные системы отопления. На основе прямоточного нагревателя работал и первый аппарат высокого давления, выпущенный компанией Керхер в 1950 году. После преждевременной кончины Альфреда Керхера в 1959 году компанию возглавила его вдова Ирена Керхер. Под ее руководством бизнес приобрел международную направленность и в 1974 году сконцентрировался на аппаратах высокого давления и уборочной техники. Одновременно изменился и фирменный цвет техники с синего на желтый. В 1984 году был совершен прорыв на потребительский рынок. Появился первый бытовой аппарат высокого давления. После смерти Ирены Керхер в 1989 году ответственность за компанию приняло новое поколение. Последовала дальнейшая глобализация, расширились ассортимент продукции и сферы деятельности. Начавшись с малого предприятия, компания Керхер насчитывает сегодня почти 7 тысяч сотрудников. И с оборотом в 1,4 миллиарда евро стала мировым лидером на рынке уборочной техники. В чем же секрет этого поразительного успеха? Ответ прост. В центре внимания Керхер всегда находится покупатель. Покупатель является ориентиром всех наших действий. От него мы получаем информацию о том, в каком направлении вести новые разработки и вообще осуществлять всю свою коммерческую деятельность. Исследованиями и разработками занимаются более 550 инженеров и техников. Эта слаженная команда тесно взаимодействует с маркетологами, продукт-менеджерами, специалистами по сбыту и экологическим вопросам. За время своего существования компания получила свыше 1000 патентов на изобретения, а 85% реализуемых сегодня изделий разработаны не более 5 лет назад. Инновации для нас не случайность, а результат целенаправленного поиска решений проблем чистки, возникающих у клиентов. Это значит, что мы должны понимать эти проблемы лучше, чем сами покупатели и пользователи нашей техники. Разработки осуществляются в определенной последовательности. Техническое задание, автоматизированное проектирование, создание виртуальной модели и прототипа. Затем проводятся тщательные испытания на экологичность, экономичность, высочайшую функциональность и безопасность. Новое изделие должно выдержать все испытания. Только после этого начинается серийное производство. Разные изделия выпускаются нами в совершенно разных объемах. От изготавливаемых вручную единичных экземпляров до автоматизированного крупносерийного производства. Требования, даже при производстве более 10 тысяч аппаратов в день, должны соблюдаться высочайшие стандарты качества. Наша цель – никаких ошибок в ходе всего производственного процесса. Все начинается еще с этапа приемки. На производственные линии поступают только безупречные компоненты и материалы. Керхер достигает здесь очень высокой эффективности, благодаря гибкому сочетанию технологических операций, командной работе и специалистам широкого профиля.
Каждое изделие проходит 100% техническую проверку. В продажу поступает только безупречно функционирующая техника. Керхер стремится не только убедить своих покупателей, но и восхитить их. Уже многие годы и во всех областях применения своей продукции, как бытового, так и профессионального назначения. Покупатель приносит аппарат домой и, распаковывая, хочет с ним работать. Рад ли он? Удалось ли ему собрать аппарат и приступить к работе? Решил ли он свою проблему? Если нет, то он будет глубоко разочарован. И это важнейший сигнал для нас, как производителей продукции. Чтобы покупатель мог долго и с радостью использовать приобретенную технику, Керхер содержит всемирную сервисную сеть, более 40 тысяч мастерских. Сервис на высочайшем уровне. Такой сервис способен обеспечить только квалифицированный, надежный и мотивированный персонал. Мы стремимся к созданию хороших условий обучения. За последний год мы оплатили каждому сотруднику 2,8 дня повышения квалификации. Полагаю, что это абсолютный рекорд. В нашей компании культивируется достижение превосходного результата, самоотдача, ответственность за предприятие, дисциплинированность, честолюбие и настойчивость в достижении целей. Создавать ценности и сохранять их. Керхер ориентируется на эту максиму. В том числе и в деле охраны окружающей среды. Керхер постоянно оптимизирует свою технику в плане экологичности и сбережения ресурсов. Компания удостоена многочисленных экологических наград за снижение расхода воды и энергии в производственных и административных целях. Обязанность охраны природы и сохранения ценностей нашла отражение в философии Керхер. Поэтому Керхер вносит свой вклад в сохранение мирового культурного наследия, решая в сложнейших условиях комплексные задачи очистки архитектурных памятников. Эта всемирно признанная деятельность также отражает интернациональный характер бизнеса. Керхер имеет 41 иностранную дочернюю компанию. На сегодня 85% оборота за счет продаж за пределами Германии. В будущем эта доля увеличится. Сегодня мы по праву можем назвать себя транснациональной компанией, ставящей перед собой глобальные цели – создать в ближайшие годы новые дочерние компании в разных странах и расширить тем самым представительство своей марки. Ведь решать задачи чистки требуется везде. Активность на международном уровне увеличивает степень известности бренда. Этому способствует и четкое позиционирование торговой марки, а также последовательный и всесторонний маркетинг. Фирменный желтый цвет отождествляется с компетентностью во всех вопросах чистки во всем мире на постоянно меняющемся рынке. Но даже когда вокруг многое меняется, Керхер полагается на постоянство. Адаптация к происходящим переменам – решающее условие. Она должна быть постоянной, как и сами изменения. Мир все время меняется, и готовность гибко приспосабливаться к новым реалиям является основной предпосылкой выживания и, более того, успешного развития. Компания остается верной собственным высоким устремлениям. Керхер будет и впредь создавать инновационные решения. Керхер будет и впредь задавать стандарты в области технологии и сервиса. Керхер намерена и впредь оставаться лучшей.